у тебя одна с 11 года. Вначале я как бы я тебя знал, батя. Так смотрел, там немножко допустил. Когда еще Тамазан Форвин смотрел? Нет. Потом мы с тобой... Какие-то аналитики пиздят. Это мы потом чуть-чуть. Да, вот. Да, потом... Батя, вот, он сейчас как... Потом мы с тобой познакомились более близко. Первый раз помнишь, как мы с тобой... Гладиатор! Гладиатор! Бессмертный бой! Да. Вот. И Борецкого. Да, и Борецкого, поэтому... Ну, давно, короче, с тобой знакомы, ты очень уникальный блогер. Крестьяне, кстати. Батя обещает, крестьяне стоят на улице, ёпта, блядь. Вот, поэтому... Желающие развития. Не бросим, если тебя там, дай бог, там, блядь. Мы тебя не бросим, короче, в митинги там, ну, это не бросим. У тебя там, может, свой путь. Не буду про это говорить. Батя, немножко подправлю тебя. Это особенность. Особо уникальный. Ваномат. В мире таких нет. Я сам, я думал, трэш-стример, думаю, это слово, блядь, из Америки, может, пришло. Недавно, да. Реально, повредил. Вытащить гладильную доску и посадить отдельно. Батька мне тут подсказывают. Вот. Тащите быстрее. Где? Да, она на втором этаже. Может, он лучше не жалеет. Да, ну как бы... Это ярлыки. На втором этаже. Нет, да там, на втором этаже. Максимального развития, блядь. Максимального развития, нахуй. Исполнение твоих, блядь, сука, желаний, которые ты хочешь, там, ну, близкий, дальний, там, любой вообще, нахуй. Я счастлив, что я... Даже не то, чтобы я с тобой познакомился, а что мы живем в одно время, как говорят, да, блядь, я живу в одно время. Вот, реально, ну так повезло. Две легенды в одно время. Да. Поэтому, блядь, круто. Мы еще трахнем YouTube, блядь! Мы трахнем YouTube! Да, Влад Савельев, все втроем, все втроем. YouTube сдохнет, а вот... А вот Рютьюб, блядь! Поднимется! А Твич мы точно выйдем, нахуй, вот уничтожим, если... Ура! Мы разбаним тебя, да. Все вот уничтожим! Глотку загрызем, нахуй, Твичом! Батя! Михалыч, батя! Батя! Дай, блядь, тут, ёпта, дай нахуй. Снимай. Батя, давай, конечно. Батёк. Отойди. Ну что, ёпта, блядь. Батя, на дворе стола прям сидишь, смотри. Анша, ну, блядь. Нет, первый вопрос. Биборан читал? Донате было. А что было? Что я типа пап стесняюсь, блядь. Но на самом деле ты просто с топором весь день ходишь, блядь. Это мой образ от сегодняшнего, блядь. Ну я понял. Ну я с этого, короче, кринжую немного, блядь, поэтому я сейчас не снимаю.